Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст, и сегодня мы будем проходить игру Children of Morta. Это будет четвертое прохождение, до этого убили босса Великую Паучиху, или как-то так она называется, то есть Огромный Паук. Играем на сложности высокой, это самая максимальная сейчас сложность на данный момент у меня. Ну и давайте смотреть. Потихонечку прокачиваем героев, но... Как-то с последнего прохождения, естественно, не играл. Все оставляю для видосов. Так, поехали. Потерянные рвы. Кевин четвертый. Давайте Кевина возьмем. В принципе, понравился мне этот герой. Неплохой. Дэмэдж дилер, довольно-таки шустрый. Ну, конечно, им надо раскликиваться, вот, честно говоря, потому что здесь как бы один трай делать не самое лучшее. В плане того, что тут у него трипл дэш, надо разгоняться постоянно по скорости атаки. Но сам по себе герой довольно-таки мощный. Так, кстати, мы открыли ему. Кевин рассказывает всем членам семьи о слабости врагов, критический урон семьи возрастает. Ну, кстати, неплохо. Вот, невидимость у нее есть. У него невидимость. Ну, еще два уровня надо хотя бы протестить ему. Ладно, поехали. Ну, криты, конечно, сильные у него, спору нет. Самый прикол, что можно бить, вот так отходить, потому что скорость довольно-таки неплохая. Так, золото подбираем, понятное дело, нам все пригодится. Все разбиваем, мало ли будет какое-то золото, там камни и так далее. Так, ну поехали. А, надо помогать, да? Надо? Сейчас как раз застакаемся тут. Глушать всех врагов поблизости. Так, это у нас что? Это бомба. О. Я думал, это многоразовая, на самом деле, друзья. Ну, в итоге минус. Минус расходники. Ну ладно. Называется, пару дней не поиграешь, уже подзабудешь, что к чему. Так, это удачно мы его. Так, отлично. Это плохо. Попали по нам. Ну, фласка есть. Так, подхилялись. Давайте пойдемте ниже, потому что здесь мы все оббегали. На самом деле, надо, конечно, прочекивать вот так вот до конца, потому что мало ли там какой-то может моб появиться в плане респа. А это лишний опыт. Возможно, там золото. Так, ну больше опыта халдить нет смысла, давайте сразу забирать. Вот это плохо. Что-то я как-то прям... У меня какой-то талант там воскрешения, что ли? Куда столько мобов-то взялось? Да, пока проблема на самом деле лучники у меня. Все, вот эти арбалетчики. Так, ну плюс опыт, окей.
типа тайник, что ли, был? Так, до уровня еще далеко. Это плохо, конечно. При том, что он еще быстрый, да? В плане того, что можно мансить. Так, ну давайте пойдем сюда, посмотрим. Что-то тут есть. Временно дает невидимость. То есть то же самое, что наше получается, да, вот это умение, которое будет. Так. Невидимость неплохо. Если бы это была какая-то дота, да, невидимость все равно неуязвимость. Естественно, здесь также. Еще понять на босса это работает, потому что если много у нас будет урона, то можно, по идее, за два инвиза, да, прикиньте, инвиз раз, и здесь бы еще инвиз. То есть дабл инвиз был бы. Так, поехали. Так, ну мы, главное, настакались. Оу. Блин, 60 хп улетело. Жесть, с одной тычки. Конечно, максимально фигово. Потому что до уровня далеко. Сколько помню, в прошлый раз я, по-моему, умер, да? От этого здорового, типа, не голема, а какого-то гоблина. Или огра здорового. Так, нужна фласка. Но у меня же невидимость была, блин. С этими расходниками иногда, конечно, плохо пользуешься. Ну, тотем, либо невидимость. Ну, мне кажется, невидимость, наверное, будет лучше. Хотя, если тотем ставить и просто пытаться там как-то дэшиться, как вариант тоже. Так, ладно, пойдем немножко в бок. Вот это надо брать. Это дополнительно еще опыт. Поехали, поехали, надо быстрее. Пока есть дополнительный опыт. Да, у нас же есть вот эта, получается, фишечка. Кстати, она помогает разогнаться. Так, фласка, супер. Опа. Это я, кстати, не видел таких. The air vibrated with the pilgrims' chanted prayers, prayers offered to a deity that perhaps slumbered, unhearing, at the end of their journey. The hero did not know how many of them would survive the coming days. Нет, без смертей. То статуя как-то не выглядит, нет, как что-то хорошее. Ничего. Ничего не будет или ждать? Ну, давайте немножко похолдим. Буквально пару секунд. Ладно. Ну, может быть, знаете, там диалог какой-нибудь закончится, а потом что-то произойдет. Ну, не знаю.
Получается, нет. Да? Ну и, по крайней мере, мы не стали ждать. Так, там мы смотрели. Опа, инвиз, давайте. Надо, конечно, чтобы скорость атаки ему всегда пытаться поддерживать. Да, именно быстро, быстрое перемещение постоянно делать, но... За счет этого можно ошибаться много. На скорый уровень, кстати. Вот, интересно... Интересно, что надо взять нам. А, он, получается, пойдет по площади, туда бьет в сторону. То есть надо если... Чуть не умер. Надо просто пойти в сторону немножко, в бок уходить, но как-то не получилось мне это сделать опять, поэтому... Так, давайте сюда. Интересно, сколько мне с уровня дадут? ХП. ХП 40, что ли? Так, погнали сюда. How can this be? Is he lost? Muttered Margaret under her breath. Lost in the study of the walls and oblivious to her surroundings. Потерялся, да, потерялся. She always had time for her children. But it was best to leave Grandma to her pursuit now. Нам какие-то вещи вот непонятные, да, вроде казалось бы, пришли что-то. Что-то должно быть, но ничего по итогу. Отвлекать не стоит, делать тут нечего. Поэтому бонусов мы не получим, соответственно. Так, и что это такое? Все, это халявный опыт. Так, это печально, там много. Здоровый. Как-то с ним мне пока не получается хорошо бороться. Ну так-то по идее надо было. И вообще можно было дождаться инвиза более сейвого, наверное. Так, самоцветов у меня нет, да? Ну, печально. Так, посмотрим, что тут, и потом пойдем влево еще сходим. Так, ну здесь проход у нас получается. Shopkeeper said he would like to offer a discount for his. Так, к лавочнику мы пока не пойдем, посмотрим, что тут есть. Так, ну у меня кристаллов нет. Мне еще надо разогнаться, по идее, да, а потом можно пробовать инвиз нажимать. Да, что здесь, наверное, ты куда, Дим? Опа. Так, отлично. Только кристаллов нет. Открывать мы не можем. Так, отойдем. Там сильный какой-то мобик. О-о-о. Так, благо инвиз был. Иначе, мне кажется, меня сейчас могли шотнуть. Да, камон. К
Как я все тычки ловлю от него, кто-нибудь мне подскажет? А, у меня, кстати, умение есть же. Давайте, наверное, Ивиз еще вкачаем. Правит Кейна в тени, он исчезает и сможет двигаться без помех, если шанс убить слабых врагов. Так. Левый shift, да? А, я полностью ману сюда потратил? Ну да. Так, есть, да, кристалл один. Давайте пробовать. Нужна фласка. Фласки нет. 26 хп, блин. Так, что это такое? Ну погнали, вот это возьмем. Блин, у меня хп вообще нет. Ну погнали, что делать. Deeper into the depths she moved. Так, отлично. Мы, кстати, уже играли в эту игру. Не знаю, что это будет давать нам. Может, какую-то ачивку. Но самая выгодная тактика — это просто пробегать здесь, по-моему. Иначе вообще нет смысла что-то пытаться делать по-другому. Так, ну как минимум этот ран уже удачный в плане того, что мы уже захватили себе дополнительно вот это яйцо. Так, фласок у нас, наверное, естественно, нет, да? Так, ну это... Подождите, по мне попал, что ли? Блин, он еще бегает, главное. Блин, мы двоих нагрели. Это прикольно. Сейчас они могут здесь ударить? Так, а если вот так вот? Блин, чуть не умер. Пытаемся заманить их сюда. Да, когда ты на одном ударе, приходится какие-то выдумывать изобретения непонятные. Опа, что это такое? Отлично, фласка. Снижает урон свирепых врагов. Ну, как минимум, то использовать явно где-то будет можно. Так, ну золото мы уже неплохо так набрали. Проблема на самом деле с самоцветами какая-то прям жесткая, да? То есть мы постоянно где-то не можем добирать какие-то предметы. Я уже заметил не первый раз это. О, это максимально было коряво сделано.
блин, еще один. Вот эти мобы пока хуже всего для меня, блин, здесь. Что-то у нас как-то не ладится, пока на нем играть. Постоянно какая-то смерть. Ну, подобрали яйцо, да? Но что-то такси на самом деле. Опа, это еще кто? Это новый боец. While painful for a mother to see her son in sickness. Was still better than missing him for so long. Это наша игра была только что. That she would make caring for Mark her mission. Сейчас она Марка будет вылечить, да? Марк там окажется еще какой-то суперчел. Mark had to warn them about the dangers approaching, despite how difficult it was to talk. He started naming the villages that were evacuated, or worse, taken over by the corruption. Soon succumbed to fatigue and fell asleep. Блин, может, давайте, наверное, лучницу возьмем, друзья. Что-то у нас как-то не получается прям рога играть. Как нубы умираем. Даже до босса не доходим уже второй раз. Так, у нас что тут есть? Так, вроде не, давайте что-нибудь прокачаем. Скорость. Так, а что там по книгам? Так, один раз скачали и все. ГГВП. Так, ну погнали Линду возьмем. Лучница как-то проще всего. Надо рогой, наверное, играть уже раскликанным. Но по-другому никак. Так, найти травы. Погнали, let's go. Вот это стрельба была, видели, друзья? Как это называется, как не надо стрелять. Так, вот это уже интересно, как мне пробиться там. Блин, он постоянно вызывает вот эту свою братву. Да, для лучника немножко не очень, да, так стрелять, но что поделать. Да, урона, конечно, у него поменьше, очевидно, чем там у Роги было. Но дальность стрельбы, дальность, конечно, решает. Ну и можно катить очень долго тут. Так, это скорость, да, у нас? Everyone was encouraged to take part in a game of destiny. A prize awaited the fortuitous. There was only. Не знаю, что это такое, на самом деле, ни разу не был. Ну и что, давайте вот это. Все? А, просто потеряли награду, короче. Это типа рулетка, да, была? Ну ладно, один из трех. 30% было. Давайте заманим сюда. Подорвем там. И
написано, у него, конечно, задержка перед стрелой есть. Вот это небольшая, такой дилей. Но не критично. Так, давайте тут откроем, там посмотрим, что там есть дальше впереди. Может, там тупик? Да, есть тупик, чтобы не возвращаться потом. Так, чуть-чуть, сейчас бы там еще уперлись бы, был, конечно, такое себе. Не знаю, что за апеллиск везения, что он там нам поднимает. Может, какой-нибудь дроп, там, криты и все подряд. Так, две фласки уже присутствуют у нас. Я вот правда не помню, что у нее ярость это делает. Надо будет сейчас прочекать на каком-нибудь сильном мобе. Там, на элитнике, грубо говоря. А, удача на золото, что ли, может быть, да? Типа, судя по монетке, не знаю. Типа, больше денег? Или с каждого моба деньги падают? Судя по тому, что мы убиваем, вроде как деньги летят. Сейчас проверим. Нет, здесь нет. Был неплох такой буст по золоту. Так, еще одна фласка. Блин, фласок сейчас, конечно, очень много. Так, давайте сейчас золото еще заберем. Фласок прям реально много, друзья. Так, по карте вроде обижали все. Так, что это дает? Отравляет раненых врагов и относит врагам периодический урон, снижает их силу атаки. Ну, это топ, это топ. То есть, атака с ядом это реально мощно будет для лучницы. Если он снижает атаку, для боссов тоже будет работать. То есть боссы будут меньше бить. Ну, пойди, да. Он поскольку по 4, да, бьет. Да. Ну, в принципе, неплохо. С каждого пробили так. Было прикольно, наверное, замедление какое-то, но на боссов, мне кажется, замедление, да, ну, не будет давать эффекта какого-то, которого мы хотим. Ух ты. Здесь пробуем зауешить много, мало ли. Так, что это такое? Дает божественный предмет. Вопрос, как бы, ну давайте из него. А, это просто так дает, да? Ну, так, есть граната с уроном, отлично. Опа, мне кажется, зря я так иду, прям нагло. Нагрели там немного так. Блин, нас мне еще, подождите, она еще поджигает, да, эта граната? Это будет двойной урон. Так.
Это плохо было. Так, давайте изнем. А, опа. Вот это мощь. Да, у нее скорость атаки повышается, вспомнил. Не вспомнил, точнее, проюзал, грубо говоря. Так, кристаллов нет опять. Ну, вот. Ярость. Главное не попасться. Вот в эти штуки, не знаю, подстанет там. Опа, нет, это было опасно. Так, нет. То я знаю свой плохой опыт уже с этими мобами, друзья. Как-то мне с ними пока именно за рогу не шло. Так, давайте отойдем, гранату кинем так. Где он там? Поджигание и все подряд. Он там устроил нам. Ну, пока идет хорошо. Пока. Тут лучница, конечно, преимущество прям большое так бегать. Но единственное вот с боссами, да? Опа. Основная атака может оглушить врага. А, это типа берется. Основная атака может оглушить врага. А как вот понять, да? То есть у меня теперь получается... Я могу застанить это как дополнительно, или это просто как это ее именно перк стрела, потому что видите, как показано, да? Ну может это на самом деле тоже, да? Из той серии, когда может, но не будет. Так, не смотри, сколько ты вот стан. Надо, кстати, прощупать по времени, сколько он идет. Долгий вообще стан или микробаш какой-то? Я хотел попробовать посмотреть, и в итоге убил его. Ну, а сейчас такой билд прям, на самом деле, прям жесткий, я бы сказал. В плане того, что и оглушение, и яд, и чуть не попал я. Вот здесь бы застанет, был вообще прям супер, ну-ка. Ну, ты не знаю, больших мобов будет оглушать? Ну, должно, по идее, почему нет? Иначе в этой стреле смысла, конечно, не так много. Так, показал золото. Конечно, огненная штука нам не особо нужна. Наверное, возьмем ее перед переходом в следующую локацию. Опа. Надо убивать как можно больше. Так, не успеем, да? Не успеем. Ну, дополнительно золото, почему нет? Так, мы получили уровень, да, друзья? Когда стоим, больше урона. Длительность. Давайте, наверное,
под босса возьмем. Мы все-таки стоять на месте как-то пока... Ну, если застанем, по идее, да. По идее, это будет прикольная тема, но... Мне кажется, для боссов это такое. Хотя некоторые боссы по-любому будут, где надо будет стоять и стрелять. The poor herbalist had no valuables, but the goblin's greed had now surpassed gold and jewels. Shedding tears for the dead man would serve no one now. The herbs needed to be delivered to Mary. Травы взяли, чтобы там подлечить какого-то сына, брата там из семьи, да? Чё она сразу так не телепортировалась? Типа раз и все, как бы. Если у нее есть телепорт, нафига мы вот этим занимаемся всем? Так, это что, переход у нас, да? Ну, окей. Так, у меня, кстати, хп-то не полное, мне где-то тычку-то влепили. Так, это получается мы заменяем водоворот, притягивающий врагов, да? Сильно повышает шанс критического удара и урон за счет... Сильно повышает шанс критического удара и урон за счет медленной постоянной потери здоровья. Что-то как-то... А, у меня все нет таких самоцветов, что я тут разглядываю. Блин, вот самоцветы реально какая-то прям... Проблема просто, ну не знаю даже как сказать, прям очень жесткая проблема. У нас получается по локации мы ходим, у нас не получается, так, надо еще будет фласки взять, у нас не получается нормально открывать даже все лутбоксы, которые есть. Вот опять, допустим, лутбокс, нет камней, опять, самоцвета точнее. Ну, станс где-то на секунду, по-моему, да, так визуально было. Так, фласка, супер. Подожгли, и затравили, и застанили. Кажется, фласок прям очень много падает, да? Либо, ну, просто мы еще тык мало, значит, мало получаем за счет этого, может быть. Получили. Так, ну ладно, тычку получили, там фласк есть, поэтому фласок еще много, можно получать, по крайней мере, на этом этаже так точно. Не, ну это как-то выглядит имбово, по крайней мере, пока. Хотя, когда я лучше сыграл в первый раз, тоже это все выглядело имбово. Пока я не дошел до босса, меня там не убили. Что-то проходов очень много всяких. Knowledge was to be gained in reward, and wherever there was a reward, danger lurked.
Типа проход в другой этот куда-нибудь. Локу. Грамма exclaimed with her unique sense of humor. Так, что там разблокировали мы? Так, и чё? А, просто разблокировали что-то? Или мы героя разблокировали? Это вопрос интересный. Гора богов теперь его в разделе кодекса... Так, отлично. Что-то тоже получили, какой-то свиток. Опа. Понижает шанс выпадения самоцвета, повышает шанс выпадения морвы. Ну, камни нам и так не падают, да, друзья? А вот золото, как бы, всегда пригодится. Опа. Какой-то проход. Давайте. She taunted the guardian to provoke a pursuit. Опять, да? Опять бежим. Вот это самое опасное, тут беготня за ней. Нам, по идее, просто бежать, да, лучшая острота, по-моему. Так, опа. Ух ты. Так, отлично, это уже третий раз. Я не знаю, это что-то дает вообще? Это уже третье, не знаю, это когда-то кончится вообще, эти яйца, для чего они нужны? Так, ну эту локу мы, естественно, будем зачищать. Это лишний опыт, лишнее там золото. Тем более, отсюда это делать вообще благоприятно. Всю комнату наагрили, теперь просто стреляем. Вот тут, конечно, силу атаки повысить было бы неплохо. Когда ты стоишь просто. О, сейчас еще бонус будет к золоту. Так, давайте стакать. Просто стреляем куда-то там. Интересно, эти скелеты дают вот это убийство или нет? Потому что можно, по идее, так просто стоять, да, настреливать до бесконечности, по-моему. Потому что нам никакой угрозы они не могут сделать. Так, плюс 20 золотом. Неплохо. Ух ты, как я уворачиваюсь. Наносит большое количество урона себе и всем ближайшим врагам, Что-то как-то, как минимум, звучит странно, нет? Ну, у нас, если был какой-то отхил, там, было бы, наверное, прикольно. Давай-ка стан к нему. Нет? Ну, типа, можно взять, не знаю.
Хотя это выглядит как-то типа рискованно в плане того, что это у меня будет. И будет хотеться это юзануть. Так, ну ладно, давайте подберем это. Хотя бы для новой записи. Как бы на другой не претендуем. Паньки. Уворачивается от ударов, выносит урон огнем. Вот это прикольная тема. Вот, вот это вообще какая-то имба, походу. Хочешь увернуться прямо здесь? Это, наверное, было прикольнее, конечно, для этого какого-нибудь разбойника. Это вроде почаще уворачивается. Нам уворачиваться в принципе особо не надо, потому что мы стоим на дистанции. На такой внушительной дистанции особо не подходим. Вот это я дал. Так, неплохо золото насыпает. Вот этот ворот, это был легендарный, наверное. Чисто худшие ворота. Блин, еще в яд. Так. Надо подсобраться. Дает временную неуязвимость ко всем видам урона. Ну, вот это явно лучше, нет? Это явно намного лучше. Это прикольно, знаете, взять неуязвимость, проактивировать, взять вот эту штуку и взорвать, короче. Вот это без нанесения себе урона. Конечно, задумка имбовая, но как бы на этих мобов реализовывать, наверное, нет смысла, очевидно, это все. Выпадение шанс золота стал больше у меня, при этом падают камни теперь. Такое ощущение, что как будто наоборот что стало. Но, тем лучше для меня. Мобов, конечно, очень много тут. Это локи дополнительные. Если просто не бежать за вот этой курицей, которая яйцо дает, я вообще без понятия, как тут зачищать, даже близко. Потому что на такой скорости вряд ли будешь успевать. Если только танком как-то всех... А, блин, еще тыка получил. Блин, пока читал, что там было, в итоге наполучал целую тонну урона. Так, ХП начинает потихоньку падать. Слишком как-то неаккуратная игра пошла. Превращает ваши самоцветы в морву. Ну, интересно, какой эквивалент превращения. Но, как бы, мне кажется, самоцветы надо по-любому тоже оставлять. Потому что много всяких тут ништяков в этих сундуках, которые требуют именно открытия через эти самоцветы. Давай, стан. Не хочет станет. Ну и ладно, бог с ним. Так, еще сзади засада идет. Стан. Честно, вот так если рассчитывать на стан, просто будешь стрелять. В итоге, как бы, вот сейчас стан, да, с первой тыки прошел.
Так, ну много золота в этих штуках, много. Пойдемте сюда еще. Так, только фласок-то нет. Так, ну тут тупик, это мы видим. Так, не отсюда мы, кстати, стартанули-то вообще. Ну, по идее, вроде как отсюда, да? Так, а что у нас тут есть? А, ну это выход, да? Давайте еще вверху посмотрим. Может, что-то пропустили. Нет, здесь мы были, все, да. Полностью зачистили эту лок, отлично. Не знаю, здесь есть, вот если сюда придем, будет выход? Не, не будет. Ну и ладно. Блин, заманили на золото. Надо будет яростью как-то, конечно, лучше учиться пользоваться, не забывать, потому что ярость хорошая слишком дает нам повышение урона. Поехали. Так, ну фласки у нас тут есть. Это хорошо. Берем одну, берем вторую. Наш хп уже полное. И, в принципе, здесь все, да? Давайте еще будем закрывать. Там тупик. А вот. Попался. Дополнительный experience. Плюс, оп. Здесь, конечно, можно открыть. Так, а мы что-то еще есть у нас? Нет. А, сундуки сверху, кстати, есть. Сундуки-то мне подкрывали. Не сверху, немножко левее там был. Можно, конечно, наверное, оставлять эти кристаллы для того, чтобы что-то в магазине купить. Ну, не знаю. Так. Так, все получается здесь. Давайте снизу активируем дополнительно урон огнем в АУЕ. Мы, конечно, не милишник, но лишним явно не будет. Мне кажется, здесь босс будет гоблин какой-то здоровый, типа такого. Ну, АУЕшка прикольна тем, что она может взорвать вот эти всякие, как их, кувшины, наверное, да? Блин, сразу, надо вот сразу было поймать тычку. Я просто хотел этим огненным уроном побить, в итоге получил. Ну, слишком имбово выглядит, поэтому хочется побольше, побольше. Кстати, мы им замах видели? Сбили. Вот против скелетов вот это имба реально. Вот, призывает, мы просто взрываем. Не, лучница мне нравится. Лучница, конечно, вот для... Если ты не прям не каждый день по там много часов залипаешь в игре, то есть чтобы там раскликиваться, вот она самый, походу, нужный герой. Так, ну это босс, да, выход босса. Там, наверное, магазин у нас. Как раз можно здесь пока кувшина повзорвать. Блин, кончилось.
Просто не взорвать, как бы, тоже смысла мало. То есть все-таки золото. Хоть тут немного, но как бы оно есть. Дает шанс метнуть топор во время атаки. Вот, надо 3 штуки накопить, да? Это, я так понимаю, это замена, а это дополнительно сюда. Вот надо, это, короче, надо мне накопить 3 штуки. Попробовать как-то. По крайней мере, если получится, да? То лишний топор какой-то минуты во время атаки, так это же вообще хорошо. А, мы, получается, когда уворачиваемся еще, не забывай, что вот этот прыжок, это же поворот считается в игре. Потому что мы становимся неуязвимы там на доли секунд, грубо говоря. И они получают урон от огня еще сверху. То есть у нас урон от яда, стан, все еще. Как бы комбо неплохое нарисовалось. Так, это мы все можем открывать, кстати, без использования кристаллов. Понятно, наверное, сюда, потом вниз сходим, там непонятно, есть что-то там или нет вообще. Сейчас еще возьмем уровень, кстати. Так, ну кристаллы мы будем халдить, если будут падать нам. Хотя у нас шанс выпадения их меньше намного стал. То есть шанс, что мы их получим, на самом деле, очень низкий, я так понимаю. Так, что мы можем взять? На самом деле, в принципе, мы можем взять только вот это, по факту. И члены семьи получают руны взрывного крещендо для своих способностей. Не знаю, что это значит совсем. Ну, я думаю, больше, наверное, урона со способности стало, наверное. Ну, так, главное, что это какие-то пассивные бонусы, которые получают наши... все наши... Не союзники, а вот эти члены семьи, которые мы можем играть. То есть пассивные бонусы решают, потому что один дает больше хп всем. Она дает скорость, там кто-то крит будет давать. То есть это, конечно, намного будет жестче получается персонаж на дистанции. Так, вот один есть. Надо еще 2 набить. Блин, куда я ворачиваюсь? Вот это увернулся и от этой стрелы, и от этой. Благо я хоть уроном уменьшаю с яда с этого. Значит, это было максимально тупо. То получается, один глаз смотрит, там, не знаю, чуть выше. Другой чуть ниже, получается, пытаясь увернуться от всего, и в итоге ни от чего не уворачиваешься. Опа, свиток берем. Вы нашли дневник пещеры. Так, вот этот дневник, я такой уже один находил. Не знаю то, что это дает. Ну, какие-то, наверное, сюжетные, может, достижения там, либо какие-то секретные что-то там даст, бонусы потом. Может быть, а может и нет. Может, это просто лор. Grandma arrived in time to reveal the contents of the tablet. Что-то таблички мы какие-то тоже находим. Креливер был, да? Теперь еще он. Знание рун разблокировано. Опа. Взрывное крещендо наносит врагам периодический урон огнем. Опа, а, это улучшение. Вы нашли руну способности. Руны трансформируют способности уникальным образом. Попадают и пропадают, когда вы применяете способность. Что?
То есть она получается не многоразовая, что ли? Точнее, она многоразовая, но не бесконечная, вот так, наверное, правильнее будет. Ну что, будем смотреть, вы видите, какой-то заряд появился у меня. Ну, понятно, что на этом мы использовать не будем. Так, надо думать, да? Ну, притягивать лучше пускай будет урон дополнительно. То есть, ну, мы это разблокировали, это как теперь доп-эффекты у нас будут. Так, нам походу вниз. Так, есть фласка раз, хп не полная, но мы если что доберем со второго там, да, со второй фласки. Когда сейчас здесь получим немножко по лицу. Да, тут получается это заряды. Ну, на самом деле там много хватает, да. Так, навскидку выстрел, наверное, 10 так точно, но скорее даже больше. Скорее, наверное, выстрел 20. Так. Лучше на самом деле так не раскидываться ей по факту. Надо как-то для босса, наверное, приберечь все это дело. Так, будет у меня 3 кристалла. Вот это вопрос, конечно, который меня пока интересует намного больше. Ускорение оставим тоже под босса, мало ли. Блин, опять говорю, надо не трогать, опять зачем-то слил это умение. Еще куда-то в небо выстрелил. Тем более есть гранаты, можно гранатами использовать, они ну, бесконечные у меня. Фласка. Ну, давайте возьмем, наверное, ее. Хотя, может быть, и рано. Потому что явно она жизни мало нам становила. Так, а будет стан у нас? Будет стан или нет? Ну, стан редко срабатывает, да? То есть, вот мы сейчас кучу атак сделали. Так, 2 кристалла есть. Отлично. Надо еще один теперь. Куча выстрелов сделали даже без стана. То есть стан, конечно, не так часто работает, как могло показаться, наверное. Но это чисто рандом, поэтому где-то плюс, где-то минус. Спутник, стелок, который сражается на вашей стороне. Опа. Это тоже прикольная тема. Чем больше мы здесь наберем всяких ништяков, тем лучше. У нас еще бессмертие есть, кстати, надо не забывать. А все, мы больше не наберем кристаллов. Блин, у меня 2 кристалла. Ну ладно, что сделать. А надо было 3. Надо было 3. Так, ну давайте используем это. Сейчас, смотрите, кристалл сюда выпадет. Это был бы рофл. С этого трупа. Так, там сундуки были. Давай сейчас быстренько до сундука добежим. Откроем его, чтобы они не простаивали. Может, что-то интересное выпадет. Ну, хотя бы золото, ладно. Так, погнали к боссу. Все готово, есть бессмертие у нас. Можно пытаться просто по максимуму расстреливать. Босса я не видел, даже не знаю, что он делает, ну... Должно быть жестко, наверное. Что первый босс был довольно-таки жесткий. Но это еще... Так, а что такое? Так, ну притягивать нам не нужно. Наверное, наверное. Лучше нам, мне кажется, просто урон брать.
was a crudely focused inferno of hatred and malice. Опа. One raging beast was not enough. Surely, two were. Начинается. Так, я могу пока быть бессмертным, да, какое-то время? Бессмертие имба какая-то реально была, просто сейчас нажали. Ну, мне кажется, для лучника это реально, ну, проще было, очевидно. Боссы все-таки, мне кажется, под миличников вот эти рассчитаны были. Паук под дальником больше, а это под миличников. Плюс у нас еще яд был. Огонь. 3-3 поджога у нас было. С уворота, с гранаты, со стрелы. Но это какая-то имба сборка была. Первого босса мы несколько раз пытались протравить, а это что-то прям как-то улетел, так улетел. Так, еще яйцо подобрали третье. Не знаю, что оно даст нам. Давайте посмотрим, что тут по лору. Все собрались, все довольны. The warriors knew only that somewhere in the expanse of the caves was the ancient halls of the spirit who would reveal new truths to them. Mark was out of the woods now, his fever gone, he was almost up and about. Welcome back, brother, said Kevin. Честно, Марк это новый герой или нет? Ну, судя по всей вот этой концепции, то это новый герой по-любому. Ну да, вот он уже качается. Сейчас там. Это типа монаха, что ли? Он с голыми руками будет драться. Да, это какой-то реально монах. Ну, прикольно, почему нет? Лишний герой, лишние пассивки. Пока лучник у меня... Опа, сколько улучшений там всяких разблокирован у нас. Давайте сейчас так немножко... А вот здесь. Поехали. Тренировки, да, наших бойцов. Так. Whenever he could find time, Mark was reading about herbs and salves. His interest in medicine. Сейчас посмотрим, что нам открылось, друзья. Посмотрим так, ну, герой не будем разглядывать прям до талого. Просто посмотрим, открылся он или нет. Так, это вот это, да, там разблокировано получается. Увеличивает количество получаемых саргов Мойрвы, открывает руны для разных ячеек, повышает прочность рун. Ну, давайте на один возьмем, так точно. Больше морвы, да, это больше денег нам 100% пригодится. Так, здесь повышает шанс полностью уклониться от атак, да, на целых 1,6%, тоже мощная тема. Так, ну, давайте вниз пыляем, посмотрим, что там, открылся нам новый герой или нет. First guest to be summoned, Anaya Dyer. Так, вот он, да? А, тут еще раз, два, еще три героя, да, получается? Сброс способностей. Бергсоны могут использовать загадочные яйца, которые можно найти в землях Морта, чтобы забрать свои способности. А, это чтобы, типа, умение перекинуть? Я понял так. То есть, вот для чего эти яйца нам нужны. То есть, эти раны можно бесконечно делать. Ну, ладно. В принципе, на этом все, друзья. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Конечно же, всем удачи и пока-пока.